Всем привет! Сегодня у нас будет просто распаковка. Это роутер Xiaomi 3G версия. Покупался он на Gearbest, когда обнаружилось, что можно, ну, типа баг, что можно применять поинты на флеш-сейловские товары. Я сразу, не раздумывая, потратил поинты на покупку этого роутера. Обошелся он мне $27.81. Вот, первый роутер я уже покупал. У меня дома стоит роутер, и теперь купил еще родителям поставить. Вот, именно 3G версию. Продаются она, ну, $38, там, около $40 везде. Вот, и 28 с поинтами, тем более в Gearbest там отключили поинты, что нельзя их теперь применить. Email only и flash sale, и все это публиковалось в канале, и я купил себе этот роутер. Еще несколько человек купило, всем поотправляли, то есть все отлично. Вот он дошел, давайте проверять, все ли с ним в порядке. Это 3G версия должна быть. Идет накладная хорошо напечатанная. Переходничок GoCom, везде их сейчас ложат, они мне нравятся, то есть лучшие переходники, чем были когда-то. Итак, смотрим, да, версия 3G, все отлично. Немножко вот здесь примялась коробочка, немножко уголочек примялся, но в целом визуально все красиво и целое. Давайте откроем, посмотрим. Роутер хороший, я думал, когда первый свой получал домой, я к нему подключил винчестер и думаю, у родителей тоже подключу. На этой версии China Telecom. У меня полностью белый. Моя версия, которая у меня дома, он полностью белый. А здесь нанесена какая-то эмблема. Причем она как выгравирована. То есть она шершавая. Вот. И тут тоже это выгравировано China Telecom. Чем это как бы чревато? То, что это, я так понимаю, какой-то провайдер китайский. China Telecom. Данные, Mac его, все. То есть я надеюсь, что он будет работать нормально. В описании опишу. Вот, что у нас здесь идет? Инструкция. На китайском все. Здесь наклейка с MAC-адресом. Еще какая-то наклейка. Я так понимаю, это инструкция по использованию на китайском языке. Идет проводочек для первого подключения и настройки, и зарядочка, все стандартно, то есть зарядка китайская. Вот так это будет все выглядеть. В общем, на днях подключу, постараюсь в видео все выложить, что-то было или нет, ну, то есть то, что это Golden Telecom, China Telecom, нужно ли его перепрошивать или нет, потому что домашний я не стал перепрошивать, там советовали прошивки под Авана и так далее и тому подобное, я оставил стандартную прошивку, на ней все быстренько настроил и пользуюсь до сих пор, и у меня все отлично работает. Сюда тоже планирую подключить винчестер, возможно, даже приклею прям к нему винчестер, для того, чтобы родители могли тоже архив фотографий, буду им сбрасывать туда там последние фотографии внука, допустим, а синхронизировать, а они уже смогут там смотреть и так далее, тем более у мамы уже есть телевизор Xiaomi, который позволяет это делать. Установил роутер на место предыдущего, висел он чуть выше предыдущего. Единственный минус, ну, значительный минус, я уже говорил в прошлый раз при первом распаковке, который для дома, но дома у меня он стоит на тумбочке, поэтому не так критично было. А вот здесь, конечно, висит на стене, и здесь, ну, за счет кабеля, то есть так удобней, вот, чтобы он висел на стене, и получается, что нет у него дырочек для того, чтобы можно было на болтики повесить, пришлось вот химичить вот такие вот крепления. Вот здесь не двухсторонним скотчем подклеил и сделал снизу два таких вот крепления для того, чтобы он не падал. По поводу прошивки ничего перепрошивать не нужно. При первом подключении он подтянул новую прошивочку и все отлично работает. Я в него ввел адреса, которые нужно заблокировать для того, чтобы не было рекламы на Xiaomi TV. Рекламы нету, все отлично, все работает. Роутер полностью идентичен с предыдущим, который был
был полностью беленький, без вот этих вот надписей Чина Телеком. На этом у меня все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. До новых встреч и удачных покупок!